20. 18 лет. Тебе понравилось? Хищники, всем привет! Сегодня буду также подходить к девушкам и спрошу у них, в каком возрасте у них был первый минет. Регина. Сколько лет? Не 24, а 15, будет 25. Во сколько лет сделал первый минет? Ты что ты? Кристина. В каком возрасте попробовал первый минет? Вот это ты спросил. Не знаю, 20. Понравилось? А сейчас нравится? Нет. Это был первый и последний раз. А тебе сейчас сколько? Сейчас 22. Настя. В каком возрасте сделала первый минет? Нет ответа. Как к этому относишься? Нормально, положительно, нормально. Ира. Во сколько лет попробовала первый минет? Не во сколько. Ты не пробовала? Выйду замуж обязательно. Только, а ты замужем не была? Полина. Во сколько лет попробовал первый минет? Я девственница. Привет, Оксана. Сколько лет? 35. Во сколько лет сделала первый минет? 21. Понравилось? Да. Как вообще относишься? Положительно. Насколько оцениваешь свои навыки? А по какой шкале? По 10-бальной. Ну, на 8. Глотаешь или сплёвываешь? По-разному. От настроения зависит. Привет, Жанна. А во сколько лет попробовали первый минет? Не вопрос. Александр. В каком возрасте попробовал первый минет? 18 лет. Тебе понравилось? Фигня какая-то. А сейчас нравится? Да не знаю. Я бы не сказала. Не любишь делать? Смотря кому. Ну, допустим, любимому мужчине. Ну, да. Почему бы не сделать приятно любимому мужчине? А насколько оцениваешь свои навыки? Я не могу себя оценивать точно. Привет, меня зовут Маша. Во сколько лет попробовала первый минет? Либо 17 мне было. Понравилось? Ну, не могу сказать, вкусы разные. А насколько оценишь свои навыки? Ну, я не считаю прям себя мега-профи, до порно-звезд мне еще далеко. Ну, такой среднячок, уверенный среднячок. Саша, привет. Во сколько лет сделал первый минет? Во много. Во сколько было лет? Больше 18 уже можно было, не сажали никого. Понравилось? Неплохо. А тебе сейчас сколько? 30. Ага, так, ну как ты вообще за это дело? Частенько делаешь? Нет. Как относишься? Нейтрально. Насколько оценишь свои навыки? Ну, оценивать можно намного. Тут, наверное, надо больше рекомендательные письма какие-то предоставить. Ну, что рекомендуешь начинающим, кто планирует этим заняться? Не стесняйтесь. Хищники, я снял очередной ролик. Не забываем писать комментарии. Обязательно поставьте лайк. Подписываемся на канал. Также становитесь спонсорами Amiga TV. Привет, Amiga!